Привет, ребята, мы продолжаем проходить игру Minecraft с 4К и с HD текстурами. Вот я уже построил ферму животных, сейчас их размножу. Вот все, сейчас я пойду домой и посплю. Так, вот у меня уже эффект сила появилась. Теперь я сильный. А сейчас возле моего дома появился портал в край. Мы в него пойдем, в следующей серии зайдем. А сейчас соберем морковки. Ну, нормально. Я еще добыл незеритовые инструменты. Фух, хорошо, что у меня эффект силы. Так, пауки меня не атакуют, потому что уже день. А сейчас я помню слово в GTA Вася Город, где там какой-то чувак. Бело-черный, ну, черный чувак, ну, скин лягушки черного цвета с белыми полосками. И там он говорил смешные слова, например, Майнкрафт, заходи! И еще же ж они построили, у них еще есть домик из говна на свалке. Но именно не из говна, а из земли. Я не то хотел сказать, я хотел сказать из земли. Из земли домик на свалке. Почему они решили жить на свалке? Может, вы ответите в комментариях, почему они решили жить на свалке? Смешно звучало. Так. У меня уже свинина закончилась, у меня только осталась баранина, курятина и стейки. Так, ну свиней тоже буду убивать. Так, а вот еще одна где-то вон там, в пещерку, в берлогу зашла. Так, сейчас мы убьем дракона края. Где он? Вот, портал в край. Прыгаю! Так, сейчас выкопаюсь наружу. Я боюсь, чтобы на меня дракон... А то он может проходить сквозь текстуры. Бывает такой баг. Не, наверх буду купаться, копаться. О. Так, а, я факел забыл взять. Так, ну ничего. Ой, я случайно на эндермена посмотрел, кэш. Я на эндермена случайно посмотрел. Не-не-не-не-не, только не... Небо странное. Ой-ой-ой, оно бьет. Ну, ложись. Да опять. Как мне его теперь убить? Ничего не приземляется. Ладно, креатив. G.
Геймод креатив. О, все, убил. Так, геймод сурвайвал. Да. Так. Ура, мы яйцо дракона взяли. Так. Все, прыгаем в портал. Так что всем пока.